21-й. Увлекся хоккеем в 28. Поздно, но результативно. Ныне Роман Назаркин – игрок команды 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, гвардии майор и помощник комбрига по физкультурной подготовке. Сейчас в тренировочном интенсиве. Благодаря послаблению ограничительного режима 23 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» состоится региональный турнир силовых структур по хоккею с шайбой. Мы стали на Кубке ВДВ, как раз на Кубке команды с воздушными десантными войсками в прошлом году. К сожалению, четвертыми чуть-чуть не хватило. Но, наверное, если память не изменяет, год назад мы выиграли здесь, в Ульяновске, турнир силовых структур. Мы пытаемся, будем пытаться каждый год залезть как минимум в тройку победителей. Ну а лед все покажет. 8 команд на льду и 50% наполнение на трибунах, что уже прогресс. Еще недавно показатель не превышал 30. Так что спорт по-прежнему без границ, но с ограничениями. С ними уже научились работать, с доступом детей, с доступом родителей, с болельщиками или без болельщиков. Эти условия уже стали достаточно привычными. И, слава богу, я могу сказать, что доказано уже, что спортсмен болеет меньше всего вот это процесс, легче стадия выздоровления. Рекорды ставим клюшками и палками. 13 февраля старт традиционной лыжни России. Также в финале зимы сельские игры в муниципальных образованиях и многочисленные мастер-классы от именитых спортсменов. Мы хотим принять ряд законов наших региональных для того, чтобы было возмещение либо родителям за занятия, либо где-то мы можем создать бесплатные секции, группы для развития тех видов спорта, которые не так еще развиты на территории нашего региона. А поскольку 2021 год детского спорта в Ульяновской области, то и планы амбициозные, яркие, расписаны наперед, но с неизменной ремаркой, если позволит эпидситуация. Ну и, пожалуй, самое фееричное и долгожданное событие предстоящей весны – это приезд в наш город замечательного человека, ультрамарафонца, легенды Дмитрия Ерохина. Он известен тем, что пропагандирует как бег, так и пеший ход. И уже дважды на своих двоих пересек Золотое кольцо, Калмыкию и Сахалин. Грозится, что обойдет всю Ульяновскую область, все муниципальные образования. Так что ждем, будем общаться, будем вдохновляться. Ждем с нетерпением. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов и Константин Никитин. Репортер 73.